Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2, урок 6. Какую часть отрезка CD составляет отрезок AB? Какую часть AB составляет CD? Сделай записи и назови правильные и неправильные части. AB состоит из 4 частей. CD разделено на 6 таких же равных частей. AB равно 4/6 CD. Это правильная часть. А CD равно 4/6 AB. Это неправильная часть. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.